В свои 90 Василий Георгиевич Собинков не сидит на месте. С уходом на пенсию стал заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения. Вот и сегодня, в день своего юбилея, не столько сам принимает поздравления, сколько развлекает малышей. В Центре детского творчества «Поиск» ветеран Великой Отечественной не впервые. Дошкольники, затаив дыхание, слушают его рассказы и называют Василия Георгиевича дедушкой. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. И они все равно ничего не понимают о войне, это понятно. Я стараюсь как можно больше вот таких вот стихотворений наших писателей рассказать. Они больше понимают о зиме, о лете, о весне и так далее и тому подобное. А так, что я им расскажу, как я сражался, как я стрелял. За годы войны Василий Собинков был награжден многочисленными медалями, в том числе двумя орденами славы – за освобождение Варшавы и за победу над Германией. После войны 56 лет отработал на заводе «Прогресс». Вы пример для жизни, в жизни для молодежи, для всех нас. Спасибо вам большое за все то, что вы сделали для развития нашего региона, за вашу великую победу, которую вы одержали в годы Великой Отечественной войны. Когда-нибудь Василий Георгиевич мечтает, что расскажет этим малышам, как его не брали в армию за маленького роста. Но настойчивое желание защищать родину помогло освободить Варшаву, спасти своего командира и вернуться домой живым. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.